связи с событиями, связанными с одними судьей. Но я хочу просто закончить то, что я говорил. Вчера мы собрались в этом отеле «Черное море», Гагарин Плаца. Как только они поняли, что это не интернет-конференция, а мы людей гоняли по Одессе с одного заведения в другое, со второго в третье. Была ужасная погода, и сотни людей, кто пешком, кто на машинах, кто на троллейбусах, ходил с заведения в заведение. Наконец собрали под видом интернет-конференции. Меня завели через черный ход, чтобы администрация не видела, кто проводит конференцию. И когда я зашел, оказалось, что они поняли, что это моя встреча. Через 20 минут заходит представитель администрации и говорит: вы должны немедленно прекратить встречу. Ну, понятно, что его послали куда надо. После чего отключили свет в зале. Мы взяли электрика, привели и заставили включить свет. Через 20 минут, это все у меня на Facebook зафиксировано, на видеосъемке, через 20 минут отключили свет во всей гостинице. Всем, это большая гостиница, чтобы понимать. И пока мы следующие 2 часа проводили встречу, для всех свет был отключен. Как только мы вышли, свет обратно включили. Так вот, люди осветили своими мобильниками, и мы встречу провели. Но я хочу сейчас спросить Порошенко. Не стыдно вам? Что это вообще, о чем говорить? Какая разница между вами и Путиным? Точно так же Путин обращается с Навальным. Точно так же ему закрывают, доступ залы, точно так же последний раз отменяют залы, точно так же действовал Янукович. Но я вам скажу, какая разница между Порошенко и Путиным. Украина не Россия, и украинцы долго этого терпеть не будут. И то, что я увидел вчера, этот позор, с нашим мероприятием, это СБУ, служба борьбы Украины, которая напрямую выполняет преступный приказ. Это все нелегально, это все незаконно. Каждый из них будет за это наказан. Это все зарегламентировано, и у нас есть общественная прокуратура, начинает работать. Кстати, вчера один из его представителей, Николай Сирин, ведущий сотрудник Института государственного права, был с нами вместе. Мы это все документируем. И придет настоящий суд, и в этом зале будут судить всех этих потвор, которые это делают. И вся история с моим домашним арестом, которая уже 6-й, 5-й раз переносится, я уже сбился с толку, извините, пожалуйста, Павел, все. Я очень ценю, пришли народные депутаты, вот наш Виктор Чумак, мой будущий президент, и наливайте, кто еще следующий мой будущий президент, и все остальные. Тут вообще с президентом столько, что я уже сбился с толку, я уже не хочу кого-то обидеть. По-моему, только я и Мишель Терещенко не баллотируемся. Но на этом этапе. На Алену это не распространяется, она, по-моему, тоже баллотируется. Но я при этом хочу сказать, что у них нет дела, у них нет доказательств, у них нет даже, у них постоянно не хватает возможности довести это до конца. Вы этот цирк видели такой? Судят бывшего президента, которого знает весь мир. Столько депутатов тратит время на приход и известных деятелей. И суд переносится уже 5-й раз под разными вещами. За все это время меня допросили всего 1 раз. Все вопросы были политического характера. Что вы собираетесь делать про будущую Украину? Как вы хотите заменить страну? Как вы группируетесь с другими политическими силами? И при этом сказали: вы же понимаете, это тайна следствия. Вы не можете рассказать, про что мы вас спрашиваем. Я говорю: я вам рассказываю, потому что я сказал, если вы хотите на эти темы меня допросить, не 2 человека должны были меня допрашивать. Кстати, СБУшник был очень вежливым. Надо было меня на площадь допросить перед людьми. Потому что у меня нет времени на вас только тратить. Я не думаю, что я вас перевоспитаю. Давайте вместе с людьми разговаривать.
Они просто хотят, чтобы вместо того, чтобы мы вместе с людьми меняли страну, я все свое время тратил в этих судебных залах, слава Богу, еще сюда пускают журналистов, в темных кабинетах советского совкома СБУ, рассказываю им про наши политические планы и откладываю эти политические планы. Я вам скажу, почему еще суд этот постоянно откладывается. У них есть только одно дело и только одно желание. В понедельник есть главный для них суд. Это суд в апелляционном суде города Киева, по которому прекращают мой статус в Украине и могут меня депортировать из страны. Вот лапчик просто приоткрывается. Вся история не насчет того, что я делал переворот. Я советую всем, кто думает, что я делал переворот, перевернуться в правую постель на другой бок. И видеть сны, мрить дальше. Не в том, что я там дестабилизирую строй, не в том, что я даже езжу по стране. У них главная проблема, что я вообще нахожусь в стране. У них главная проблема, чтобы меня не было в стране. Поэтому понедельник это главный суд. Я понедельник хочу пригласить людей, которые нас поддерживают, и масс-медиа в апелляционный суд Киева не позволить им выполнить незаконный приказ. Они засекретили указ президента, по которому меня лишили гражданства. Я вам расскажу анекдот. Это хороший казус. Нашли у меня при обыске банковскую карту Bank of America. Это карта, которой я пользовался в Америке. Но когда я уехал из Америки, я этот счет закрыл. Я закрыл, у меня нет ни одного иностранного счета вообще. У меня есть только счеты в приватбанке. Я закрыл свой американский счет. Они нашли эту карточку. И вчера, на что тратится судебный ресурс в Украине, чтобы вы понимали. Вчера Печерский суд заслушал вопрос и наложил арест на мою американскую карточку, которая не действует, и счет, на который закрыт. Они сняли копию и наложили арест на мой американский счет. По их мнению, эти дегенераты, реально, другого слова нет. Прокуратура занималась 3 недели тем, что накладывала счет на отмененную мою карту. Вы представляете, с какими неквалифицированными шарлатанами мы имеем дело? Вы понимаете, в чьих руках судьба страны? Я вчера мне сообщил, у вас американский счет арестовали. Я говорю, какой американский счет? У меня там, ну как карточку нашли у вас дома? Я арестовали. И поэтому мне кажется, что очень важно в понедельник на этом суде нам быть в полную силу. Потому что, ну, знаете, они отложили суд на пятницу, они попытаются, чтобы во вторник меня уже не было в стране. Это их план. И мы должны, те, кто хотят, чтобы я был в стране, и те, кто хотят, чтобы мы продолжили борьбу, нам нужна ваша помощь в понедельник. Понедельник на котру? 10 утра. Понедельник 10 утра. И я бы очень оценил тех, кто слушает. Я бы очень оценил, еще раз добавились к нам наши друзья-депутаты. Я очень ценю то, что вы пришли. И я просто хочу сказать, вот этот суд намного более важный. Потому что все остальное уже они будут... А этот суд они уже хотят провести без моего присутствия в стране, чтобы и этот суд, и суд про гражданство, и все остальное. И я хочу сказать еще 2 момента, сейчас мне Руслан напомнит. Первое. Как вы знаете, меня схватили по постановлению Краматорского суда, Краматорский, да, суд, по делу денег Януковича. Оказалось, что по этим деньгам, эти деньги отмывали Гонтарева и Марат Пасенюк. Кто такой Пасенюк и Гонтарев? Пасенюк это личный кассир Порошенко, это его финансист, все деньги Порошенко, кроме там кэша, который он платит на Мальдивах, проходят через Пасенюка. Все его офшоры через Пасенюка. А Гонтарева это
человек, который закрыл все банки и которая дала банку Порошенко 234% прибыли. Где сейчас Гонтарева? После того, как началось это дело, Гонтарева ушла в отпуск и 6 месяцев не ходит на работу, то есть скрывается за границей. А Марат Пасенюк переехал в Лондон. А по этому делу арестовывают меня, который, естественно, никакого отношения к этому не имел. Так вот, я хочу спросить, когда два ближайших сотрудника Порошенко скрываются, президент не должен отвечать на вопросы, где они, и не должен отвечать на вопросы, какое отношение он имеет к этому делу. Два его ближайших субъекта сейчас находятся за границей, не возвращаются в Украину, потому что они боятся, что НАБУ их задержит. И более того, Луценко, этот заместитель главного ворующего, но сам вор, значит, устроил пресс-конференцию и сказал, пока что НАБУ, сытник, себя хорошо ведет, а там посмотрим. То есть, если он будет расследовать это дело, мы ему покажем. А мы допросим сами Пасенюка и эту Гонтареву. То есть, что они говорят? Мы допросим, чтобы это дело замять. Наверное, по скайпу, потому что а кто на Мальдивах, кто в Лондоне из них. Мы это дело займем, но не дай бог сытник будет возникать, вот сытнику мало не покажется. Организованная преступная группировка вообще уже не скрывает, что она хочет и чего она хочет. И вот эта история, и вторая история, по суду на понедельник. Вы знаете, что это мировой прецедент беспредела в юридической сфере. Вы знаете, что они решили? Они решили следующее, что, поймите, мы проиграли, типа проиграли дело ДМС в украинских судах, в суде Скачок. У нас было 30 дней, чтобы подать апелляцию. Подумайте об этом. И мы всячески оттягивали время, чтобы подать апелляцию на 29-й день. Понятно, что они будут манипуляции делать. И мы оттягивали время, чтобы еще иметь месяц быть в Украине. Первый раз в мировой практике ДМС Украины, миграционная служба, подала скаргу апелляционную на свое выигранное дело. То есть, выиграв дело, они пошли в суд отменить свой выигрыш. И этот суд назначен на понедельник. На 3 недели раньше, чем он должен был быть. Вы представляете, что как они перекрутили все вообще? Ускороченной процедуре. Да, по скороченной процедуре. То есть сидит один, после приезда на Мальдив, первое, что спросил Порошенко, как там суда в Саакашвили? Я знаю это как факт. Из того же источника, который опубликовали его счета Мальдива, кстати. И из ближайшего окружения. Первое, что он спросил, как там дела Саакашвили? И они пошли, поехали. Точно, буквально на другой день после приезда Порошенко, они подают скаргу на собственное решение, и на третий день судья назначает укороченную процедуру рассмотрения. Связь вы видите или нет? Я никуда не могу выехать, я бледный, вот хожу вообще ни на курорт, ни на что. Паспорта у меня нет, вчера даже на поезд не смог сесть в Одессе. А он отдыхает на Мальдивах, дает полный сил. Новый виток нападает на меня, не на меня, на то, что мы все делаем. Но это честно или что? И поэтому мне кажется, что мы должны просто понимать, что поодиночке у нас ничего не получится. Поэтому я так рад, что у нас есть депутаты со всех разных фракций, реально лучшие люди. Да, их меньшинство парламента, да, их мало, но они, их мало, но они сильные наши, но они крутые. И то, что есть Валентин, и то, что есть Мишель, и то, что есть Маркиан, и то, что есть все остальные, и то, что много людей сопереживают, и то, что есть представители национальных посольств, которые ни разу не пропустили ни один суд, они все видят, в каком состоянии украинская судебная система, и как перекручивают историю, вообще каждую историю, и как это все плохо. Поэтому мы будем сражаться. Мы будем отбиваться в суде понедельник. Я бы очень хотел, чтобы понедельник вы поболели чуть-чуть за меня и за себя в первую очередь.
Потому что я не хотел бы, чтобы во вторник меня погрузили в самолет в неизвестное направление из снежного Киева, на снежного Киева. Мне киевский снег гораздо роднее, чем все остальное. Даже на Мальдивы, если меня надо отправить на год, на остров президентский, мне лучше сидеть в тюрьме здесь. Я заявляю с полной ответственностью. Так что вот такая история. Какие есть запытания у вас? Нема? Чему суд приклад? Что у одного из судей семейные обставы. На тиждень. Вони традиційно відкладають на тиждень. На 26, на 10 годину відклали в зв'язку з тим, що одного судді помер родич і він змушений сьогодні бути відсутнім. Я думаю, що в понедельник з суддею нічого не случиться. Даже если в этот пойти, даже если будет землетрясение, ураган и еще что-то, он обязательно придет. И он обязательно будет выгонять меня из Украины. Вот и вся история. Поэтому я благодарен, тут есть некоторые из людей, которые заводили меня в Украину, помогали с возвращением в страну. Я очень надеюсь, что появятся люди, которые не позволят им перечеркнуть то, что мы сделали. Вот и вся история. Спасибо огромное и до встречи на следующем суде. Или при всем этом я хочу объявить, что наши встречи по стране продолжаются. Мы будем ездить. У меня следующая поездка во Львове и несколько других городов. Я уже научился, я буду ездить везде с генератором, со свечами. Я буду назначать встречу в 5 залах параллельно. И все равно мы дойдем до людей. Все равно мы дойдем до людей, потому что без этого у нас ничего не выйдет. Вот и вся история. Спасибо огромное еще раз. И до встречи в лучших обстоятельствах.